любили. Да. Пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, лучше вы к нам. Счастливо. Так, по-моему, приехали хозяйки магазина. Однако в разгар пандемии COVID-19 слухи об оказании готовятся к работе антипрививочного сообщества. В результате возникла подметают крыльцо. Что по поводу прививок от COVID-19 думают ведущие врачи? Я, наверное, пока развернусь. Хозяюшки. Подожду. Пока. Вакцина от небезопасна, потому что ее слишком быстро загремели. Так ли? Я уже многократно отвечала на этот вопрос. Еще раз хочу ответить. Мне хочется сравнить эту историю, ну, может быть, с старшим, который готовит хозяйка. Научилась тому, что это прямо в подростковом возрасте, наверное, чаще всего. А вот у жизни, наверное, только попробуем подстроить. Новые новые рецепты, добавляемые ингредиенты. Когда-то не парадоксально звучало, но вакцина против коронавирусной инфекции. Нулевая экспозиция. Это основа. Я думала, не год назад, не два года назад, а несколько десятилетий назад. Этот вектор – аденовирус. На основе этого вектора или базы, основы, может быть прикреплены какие угодно усовершенствования. А если это вирус Эбола, аденовирусная лихорадка распространена в Африке с очень высоким коэффициентом летальности, то туда, скажем так, наклеивают и цепляют тамильные участки антигена вируса Эбола. Эта вакцина получается. Иди сюда, на. Иди сюда, на. Еще в прошлом году медичный опыт сказала, что период экстренной ситуации, а у нас еще проблемы очень худые, необходимо прививаться после 6 месяцев. Либо после венчурного заболевания, либо после предыдущей прививки. И она сказала, я переболела легкой формой ковида. Но это было самое тяжелое заболевание, в котором я болела в своей жизни. И я буду прививаться хоть каждые 3 месяца, лишь бы больше это в моей жизни не повторилось. Вы знаете, много говорят о нежелательных явлениях, много, извините, мерзописцев, которые для привлечения к себе, к своей персоне, интереса жителей Магаданской области выбрасывают в разные источники информации горящие новости о том, что кто-то умер после прививки. Я вам отвечаю со всей ответственностью. Ни одного случая развития тяжелого осложнения после введения прививки вплоть до летального исхода не зафиксировано. Да, аллергические реакции бывают. Аллергические реакции бывают на употребление шоколада, на употребление многих других продуктов, использование моющих средств, чистящих средств. Но это же не говорит о том, что мы ими не пользуемся. Вы точно так же идете в магазин и покупаете продукты, на которые у вас аллергия. Все зависит от вашего мировосприятия. Вакцина тоже очень животный компонент. При этом противопоказания для введения вакцин против ковида являются перенесенные ранее тяжелые аллергические реакции не на вакцину, а вообще. То есть если у вас в жизни был анафилактический шок, то прививку от ковида
ковида вам вряд ли поставят. На фоне видения это отличные аллергические реакции в форме кожных проявлений. Это и покраснение с таким сумочно-багровым оттенком вместе инъекции, это и, можно быть, генерализованная сыпь. Но это говорит лишь о том, что именно на эту вакцину против ковид, эту вакцину вводить нельзя. Но у нас в арсенале есть еще другие вакцины, которые могут быть введены в случае, если при первом введении возникла аллергическая реакция кожного, то есть, да, локализованная, не генерализованная. Если развилась генерализованная аллергическая реакция, то есть в виде анафилактического шока, то тогда, конечно, этому человеку, ну, скажем так, не повезло. К сожалению, он себя защитить при помощи вакцины не сможет. Содержащийся в составе вакцины прием Б, это натриевая соль, является верным. Поэтому считаю, используется как стабилизатор для того, чтобы компоненты вакцины не разрушились сразу же после применения. Те дозы, которые содержатся в вакцине, настолько малы, что они не могут не то, что отравить человека, но и вызвать каких-либо нежелательных явлений. Еще один миф. Я сделаю прививку, не заболею ковидом. Для того, чтобы жить. Зачем прививаться? Для того, чтобы жить. Я после введения вакцины могу заразиться этой самой болезнью. Поэтому зачем мне делать? Ну, в любом случае, у меня вырабатываются антитела. Часть вируса, они как бы сцепляют эти антитела, не давая им присоединиться к клеточной ткани. Ни одна вакцина, никакого заболевания не дают 100% гарантии. И банки не дают гарантии по сохранности ваших вкладов. А мы говорим о более тонкой мотиве. Это тонкой мотиве человеческий организм. В разных клеточных материалах подаются разные эффективности от 78% до 95%, и, естественно, 5% могут заболеть после прививки. Всегда говорим о том, что массовая иммунизация, когда будет я, мои дети, мои родственники, мои соседи, мои сослуживцы, приводит к тому, что мы можем победить распространение этой инфекции. Как произошло уже со многими заболеваниями, я напоминаю, и натуральный успех, который человечество победило. А как оно не победило? Иммунизация. Потому что все население планеты было привито. Один штамм человечество уже победило. Он не циркулирует в окружающей природе. Почему? Потому что мы регулярно на протяжении многих лет прививаемся против полиомиелита. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понял, но индивидуальный вклад защиты своей против прививки, он работает на защиту планеты. Если мы не хотим каждый год терять по 200 тысяч в стране пожилых людей, если мы не хотим, чтобы погибали наши родители, или чтобы тяжело болели наши дети, надо делать тут правильно, регулярно прививаться. И в конце концов, мы таким коллегам, неужели человечество не сможет дать ему отпор? Сможет. Только если в этом человечестве каждый человек будет ответственным перед собой и перед планетой. Зачем вакцинироваться? Ну, у меня очень хорошая иммунная система, поэтому я не буду вакцинироваться, я не заболею. Это очень плохо, что есть хорошая иммунная система при данном конкретном заболевании. Мы говорим о том, что с таким лишком развиваются красные люди, которые страдают именно депрессивными состояниями, то есть с плохим иммунитетом. А у людей с обычным и даже хорошим иммунитетом, потому что организм, что такое вот вирусная пневмония, то и коронавирусная инфекция, это выброс иммунных провоспалительных факторов в початок спалили. То есть наша иммунная система сжирает, не влияет. Ну на тебе еще. Последний, больше пряников нету. Удачи, братан. Ой, счастливый побежал. Побежал счастливый. Че, пряник сладенький. Я не думаю, что у них тут все это. Сидящий на клетках рецепторов нашей легочной ткани, что? Дают посыл или сигнал для наших иммунной системы на выработку провоспалительных цитокинов. С Богом! А за этим следует развитие цитокинового шторма со всеми, ну вот, желательными линиями и полными исходами. Человек с прицепом продел колесо на прицепе. Вот ищет шиномонтаж теперь.
это может изменить только объем и название иммуникса. Сколько больных вакцинация противопоказана? Ну, тут дорога вот до сегодняшнего, до этого момента, я считаю, была комфортной. А вот дальше будет «Мама, не горюй». Спасибо этому дому. Ужасно. Человек, который практически поборол рак, человек, который находится на химиотерапии, погибает совершенно от этого заболевания. А у него, у этого человека есть план. Так, удивительно, мегафон появился. Только сильного ложа. Провели клинические апробации, на основании которых мы себе показали, что онкологические пациенты все подлежат иммунизации. Действительно, не ухудшается чем экологического процесса и предотвращает протестирование коронавирусной инфекции от заболевания коронавирусной. Сейчас стоял с ним, разговаривал, он показал мне на дорогу, ну километров может быть 5, уже пройдено будет, там дым столбом стоит, КамАЗ пробил колесо. Ждет помощи. Развел костер, чтобы коллеги могли его увидеть. Так что эта дорога сейчас, это просто подарок. Сейчас посмотрим, сколько у него баки бензина.
замерз на лужицах. Или вода замерзла на лужицах. Горка льда. Thank you.
Пересменка. Сейчас ждать я не хочу. Через 140 километров будет заправка. Запас хода написано 490, но за правило беру это постоянно держать максимально полным бак. Мужчина, который вот пробил колесо на прицепе, сказал, что неслась группа
джипом на бешеной скорости. Ну, он принял в сторону, чтобы пропустить. И пробил колесо.
находиться в режиме круиз-контроля. Потому что непроизвольно вот появляется, ну, более-менее такой участок. Нога автоматически давит боль по педали газа. И в результате не замечаешь, как скорость может там вырасти 50, 60, 70 километров. А это резкое торможение уже может не спасти. Сейчас отличная, просто замечательная. Наслаждаюсь этим коротким участком. Скорость.
левой стороны, к сожалению, камера стоит направо. Драга моют золото.
протру стекло сначала. Протер стекло. Сейчас перенесу камеру налево, потому что тут картинка интереснее, на мой взгляд. Ждать, когда
сожалению.